Шалом, друзья, меня зовут Михаил Брославский. Я служитель мессианской общины, еврейской мессианской общины города Белгород-Днестровска, Ахават Ишуа, Любовь Ишуа. Сегодня, исполняя великое поручение нашего Господа, идите научите все народы, мы сегодня совместно с Ильичевской общиной Бетель и Одесской общиной Ор ха-Машиах проводим молитвенный тур по земле Бессарабия. Мы верим, что то, что мы делаем сегодня, является стратегически важным в деле Божьем, потому что мы ищем молитвенных партнеров и ищем тех людей из нееврейской составляющей тела Мессии, которые готовы совместно с евреями стать в проломе за эту землю. И эта земля сегодня называется землей Бессарабии. И если вы вдумаетесь в это название, вы увидите, что люди поклоняются бесам. Но наша цель и наша задача сделать эту землю общиной и землей, где будут поклоняться Богу живому, Богу Израиля, где все люди смогут смело сказать: «Я являюсь рабом Бога живого». Для нас это честь и привилегия. И сегодня этот молитвенный тур, начиная в Белгород-Днестровске, он будет продолжен в Килие, в Татарбунарах, в Измаиле. Мы сегодня с нашими друзьями совместно будем проводить эти молитвы. И мы благодарны Всевышнему за возможность сегодня совершать это служение. Мы верим, что это принесет исцеление на эту землю, благословение на эту землю. И через то, что мы делаем на этом месте, будет явлена слава для Бога Израиля. Я благословляю вас во имя нашего Господа Ишуа Мессии. Амен. Вот Господь объявляет до конца земли: грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его перед ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом неоставленным. Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru imru amen. Ose shalom bimroma hu yase shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Мы верим, что никто и ничто не способен остановить Твое шествие. То, что запланировано Тобой, оно состоится. И мы искренне верим в это. Мы верим и ожидаем, Боже, что Твои планы небесные, они будут раскрываться через нас, в нас, Господь мой, во имя Твое. Баруха та Адонай Елохейну Мелеха Олам, Ашер Пичану, Бедвата Бальсивану, Вегадвик Мершин Шаббат. Как написано, за тебя обрушают на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Мы сегодня видели памятник жертвам этого, знаете, тяжелого времени, когда наш народ просто как овец умерщвляли, вели на заклание и... И люди ничего не могли ответить, не могли ничего сказать. Но Рав Шауль, он вдохновляет сегодня нас, верующих в еврейского Ишуа, в еврейского царя, спасителя всего мира. Еще он говорит такие слова: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Шаббат шалом. Меня зовут Марина, я из города Черноморска, с еврейской общины Бетель. Я очень рада поделиться с тем, что я переживаю в этот день. Это первый день нашей поездки
по югу Украины. Для меня это уже вторая поездка, молитвенный тур. И я счастлива, что являюсь тем посланником, который Господь послал на эту землю, провозгласить Его власть и Его господство. В Исаии написано, что Господь утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников. Я верю в Божью силу, я верю в Его победу, которую Он дал нам на кресте Голгофы. Я верю в силу Его слова. И сегодня в этом городе мы провозглашали господство Иешуа, мы провозглашали Его власть, мы провозглашали Его слово, которое никогда не возвращается тщетным, оно всегда исполняется. И мы приехали в этот город с верой, что после того, что мы провозгласили, в этом городе придут большие перемены. Здравствуйте и шалом. Меня зовут Ира, я из города Одессы, из общины Орха Машиах. Это моя первая поездка, тур по южному региону в молитве за эту землю, за людей, за освобождение, за исцеление. И меня, ну, сегодня просто переполняют эмоции, потому что я почувствовала Божье присутствие и единство в команде, потому что, ну, реально это просто милость Божия, которую Он сейчас проявляет к этой земле, к этому народу, живущему здесь, потому что здесь жили и живут евреи. Господь просто сейчас чудесным образом касается сердец этих людей. И что Бог нам дал власть, знаете. Мы завтра едем брать, как говорят, этот, Казань брал, Астрахань брал, Илью брал, Татарбунары брал, Измаил не брал. Измаил возьмем. Измаил тоже возьмем. Измаил тоже.